Всем привет! Это видеоролик. Я хочу посвятить начинающим охотникам, которые стоят перед выбором, какой нож им приобрести. Когда я всерьез увлекся охотой, я купил нож, который мне просто понравился. Потом приобрел еще один и еще. Таким образом, у меня получилась небольшая коллекция. Мне хотелось бы привести пример из своего собственного опыта. Как-то раз, поехав на охоту, забыл взять с собой нож. На этой охоте был добыт лось. И когда дошло дело до освежевания, до разделки лося, я оказался в неловкой ситуации, потому что был без ножа. Ну, естественно, стало стыдно перед друзьями. Но в тот раз с собой у меня был ножик армии Бундесвер. Вот такой ножик. Купил его тоже, потому что просто понравился, и все. Мне ничего не оставалось, как достать его и начать разделку. Результат, ребята, превзошел все ожидания. Этот ножик работал наравне с другими, ни в чем не уступая. Суть этого ролика заключается в том, если вы поехали на охоту, рыбалку или просто в лес за грибами, этот ножик может вам пригодиться в любой ситуации. После того случая с этим ножиком я не расстаюсь. С вами был Александр. Если вам понравилось мое видео, подписывайтесь на мой канал, на котором будет много полезного и интересного. Всем удачных охот!